Get Movies. Канал для всей семьи. Где все? Неужели так сложно следить за временем? Задержка на 2 минуты! Паника, паника, кошмар! Туа, опаздывать плохая привычка, особенно для хранителей волшебного леса. Спокойно, мы уже здесь! Извините, мы немного задержались в лагере. Искали с Нине ее супернужный спрей для рук. Вообще-то маршмеллоу для Шушу. И мой спрей, да. Отлично! Теперь мы точно готовы идти к маме Шаме! Подождите, вы ничего не забыли? Шушу магия! Начинается с нас! Мама Шама, ты все еще спишь? Мы пришли, чтобы снова прочитать тебе о наших классных приключениях. Позитивные эмоции отлично влияют на восстановление сил. Именно! Так что сегодня время самой лучшей истории. Вот, моя любимая. Грозокит летал над волшебным лесом, предсказывая погоду. Хранители весело играли с грозокитом, не замечая, что ему нужна помощь. Это поняли только Лиана и Аш. Лиана! Мы слушаем эту историю уже в 3-й раз! И что? Она же лучшая! Мы спасли огромное существо, а я даже не испортила прическу. Это самое главное! А может, почитаем про цветопад? Она очень хорошая. В темном-темном лесу девочки попали под темные-темные чары темного-темного цветопада и чуть не застряли в мире грез. Навсегда! Нет-нет, только не про цветопад! Нине, ты серьезно? Даже вспоминать не хочу! Что тут хорошего? Девочки, а помните тот день, ну, когда мы с Пушем еще бились с прыгустом? Так весело! Да, колдовать на глазах всего лагеря. Просто обхохочешься. Я знаю, какая история подойдет. Кира, можно? Однажды хранители отправились заплетать косы растрепучей иве и встретили очень милого липушку, который им все испортил. Нет, липушка оказался очень хорошим. Для меня эта история самая лучшая. Но в ней даже нет никаких опасностей. А я хочу дочитать свое. Я сказала, дайте мне. Эй, что вы делаете с книгой? И вообще, знаник доверил ее мне. Все, я сама выберу, какой день был самым лучшим. Конечно, у цветопада. Нет, когда я познакомилась с липушкой! Девочки, прекратите! Кто? Читай про бой с попрыгустом! Ничто не сравнится с историей про грозокита!
Что мне особенного? В тот день я поняла, как важно прислушиваться к друзьям! А в истории с Липушкой я узнала, что друзья могут ссориться, но оставаться рядом. А у Цветопада я смогла побороть свои страхи, потому что боялась вас потерять. Без вашей поддержки я бы никогда не вышла на сцену. Знаете, мы не должны спорить. Все истории лучшие, потому что они про нас и нашу дружбу. А еще про Шушу! И девочки поняли, что дружба – это магия, которая делает каждый день просто идеальным. Какая хорошая получилась история, правда, мамаша? А сколько их будет еще? Аниса, квест в лагере пройдет без нас. Бегу, сейчас. Я пью. Я предупреждала, липушки очень прилипчивые. Да, да, я помню, Лиана. Ну как его теперь оставить? А может, Шушу поиграют с липушкой? Недолго, а? Ха, классная идея! Шушу-няни, у вас первое самостоятельное задание. Справитесь? Ладно, хорошо, не шалите. Скоро вернемся. Внимание! Начинаем наш квест следопытов! Ваша задача – быстрее всех собрать подсказки, которые приведут к флагу. Искать можно только парами или по одному. И быстрее Алекса. То мы пойдем первыми. Начинаем отсюда. Судя по карте, подсказка на этом дереве. Осталось ее найти. Идем искать дальше. Первая подсказка у нас. Ловко Майя их спрятала. Огненная, прием. Следующая подсказка возле костра. Воздушная, на связи огненная. Надо проверить скворечники. Яп-яп. Спасибо. Аниса, ой, водная. Флаг у вертушек. Нашла! Девочки, флаг у меня! Бегу на финиш! Какой ты хороший! Эй, ты кто такой?
И что с твоими глазками? А вот и флаг! Аниса, осторожно! Не наступи на трехглазую лягушку! Что? Кого? Алекс, ты шутишь, наверное. Таких лягушек просто не бывает. Тебе показалось. Здесь вообще никого не было. Не понял. Ляп-лю? У меня ляплю икота. Давай я отведу тебя к врачу. Нет, лучше отнеси флаг к финишу. А как же ты? Я как-нибудь ляп. Ну тебе же нехорошо. Пожалуйста, ляп-ляп. Фу. Быстро мы справились, да, Майя? Аниса уже несет флаг. Девчонки! Алекс, у тебя флаг! Друзья, квест завершен! Алекс, задание я прошел! И первый флаг! Нашел! Поздравляем Алекса! И кричим ему! Ура! Девчонки, с Анисой что-то случилось. У нее какая-то ляп-лю икота. Ляп-лю икота, говоришь? А победа была так близка. Простите меня, девочки. Зато Алекс не нашел липушку. Ты сохранила тайну мира, Аниса. А значки мы и другие заработаем. Аниса, как ты? Получше? Это хорошо. Я сказал Майе, что это Аниса нашла флаг первой. Вы победили честно. Вот. Очень мило. Да ладно. Кстати, вы не видели тут трехглазую лягушку? Я пью. Вы слышали? Кто это? Я пью. Ляп-лю. Это все моя икота. Скоро пройдет. Скорее, девочки, нужно успеть до темноты. Не успели. В волшебном лесу отключили свет? Нет, Туа. К нам пришла долгая ночь. Идемте, я расскажу вам историю. В давние времена в диком мире царили темнота и хаос. А потом появился первый Шушу. Он принес гармонию в мир и посадил деревья согласия. И когда они зацвели, мрак развеялся. Дерево согласия, вот это? Оно же засохло! Оно спит. Деревья согласия просыпаются только в долгую ночь, чтобы напиться воды и зацвести. И так происходит лишь раз в год и лишь в одном из уголков мира. Чтобы дерево зацвело, его должны полить все. Лиана, твоя задача — пригласить всех жителей волшебного леса. Обожаю устраивать праздники! Отнеситесь к этому серьезно. Если наше дерево не зацветет, гармония всего мира разрушится. Не волнуйтесь, мастер Знаник. Мир в надежных руках. Шушу Майя! У меня своя. Берег для такого случая. Дерево согласия. Прямо на ваших глазах. Еще немного терпения. Точно все полили? Я полил. Почему же дерево не цветет? Брат!
Испортил дерево согласия? Давайте мы его полечим. Нет, брат! Тоже обитатель волшебного леса. И чтобы дерево зацвело? Баат должен его напоить! Я что, и Баата должна позвать? Он же нападет на Шушу! И на всех жителей мира! Но дерево не зацветет! Нельзя разрушать гармонию! Нельзя звать Баата! Пожалуйста! Я против! Я же сказала, почему! Ты хранительница, Лиана, и только ты можешь это решить. Конечно, я сейчас все решу. От меня зависит гармония всего мира. Что мне делать? А если я ошибусь, из-за меня разрушится мир, и тогда все его жители... Загляни в свое сердце, Лиана. Там уже есть ответ. Зеркало истины поможет тебе. Свет и тьма неразделимы. Баат – часть мира. Спокойно, Баат. Долгая ночь, не время враждовать. Магия природы. Смотрите. Начинается. Будем жарить маршмеллоу и рассказывать страшилки. А можно не идти? Конечно, нельзя, Нини. Мы уже пропустили значки за украшение лагеря и подготовку костра. Остались только значки бесстрашия. Ха, самые легкие. Нужно просто ни разу не испугаться. Мне уже страшно. Ой, а где мое маршмеллоу? Шушу, вы едите маршмеллоу, как мило! Ну все, идем. Нам нужно 5 значков бесстрашия. Нини, ты уверена, что не хочешь посмотреть? Тут пугалки для маленьких детишек. Это разве... Ага, испугалась. Испугалась? Кира, как это? Вот и я думала, что украшения совсем не страшные. Хотя на ветру как живые. Особенно вон та сова. Аж... Минус 1 значок бесстрашия и плюс 5 шушу в лагере. Отличное начало. Почему они за нами пошли? Не знаю, но нужно скорее вернуть их в волшебный лес. А кто заработает еще 4 значка? За шушу может присмотреть Кира. Нечего было пугаться. Девочки! Девочки, вам надо маршмеллоу? Спасибо, очень вовремя.
Это привидение вы сделали? Не смотри! Ты что, испугалась? Да что же там, Аниса? Нет, ловите их! Остановите их! Скорее! Оно где-то рядом! Сейчас мы... Срочно идем к костру! Я хочу попробовать маршмеллоу! Кира, Аниса, найдите Шушу! Ну вот, все тут! А теперь признавайтесь, кто знает хорошенькую страшилку? Можно мне? Придумай не страшную, чтобы Нине не испугалась. В одну темную, светлую лунную ночь дети никуда не пошли. Они остались в лагере жарить маршмеллоу. Но вдруг у одного мальчика маршмеллоу упало в костер. Никто с ним не поделился. И тогда мальчик ничего не сделал. Просто ушел в лес. И никто его больше не видел. Он бродит по лесу! Маршмеллоу! Маршмеллоу готова, я говорю! Не пугайтесь! Бедный мальчик не всегда будет бродить по лесу один. Однажды он съест чье-то маршмеллоу, и тогда... Мое маршмеллоу исчезло! Он утащил маршмеллоу! Теперь Ли не будет бродить по лесу! Спокойно, дети! В нашем лагере никогда не было маршмеллоу мальчика. Ни в коем случае. Никогда нельзя кормить ежиков маршмеллоу. Да, да, это ежики. Прости, Алекс, не пугайся, они... И Алекс испугался. Ух, это был самый страшный из моих страшмеллоу. Пора его заканчивать. Все по домикам. Вот мы попались, проказники. Ни одного нового значка. Ночь страшмеллоу прошла зря. Для меня точно не зря. Я раньше думала, что одна всего боюсь. А сегодня поняла, что испугаться может каждый. И теперь я не боюсь бояться. Спасибо нашим Шушу. Они как будто не хотят ни домой, ни к знаннику. Чиж, молодец! Продолжаем тренировку. Отыщи-ка мне теперь... Шуи! Шуи! Да, Чиж, вы его не видели. Я уже везде посмотрела. А вот Чиж тебе сейчас и поможет его найти. Грибнет? Неплохо, Чиж. Попытка засчитана. Шуи, хороший мой, вот ты где! Решил подкрепиться ягодками. А ты переживала. Бежим за ним. Шуи! Шуи! Шуи, ты где? Выходи! Кажется, Шуи здесь нет. Аниса, ты только не нервничай, но... Бот! Спокойно, с тобой лучшие следопыты мира. И пусть мой посох сломан, мы все равно отыщем Шуи. Может, позвоним Лиане, Кире и Нине? Или позовем Знаника? Не надо, мы уже знаем слабые места Бата и сможем сами с ним разобраться. Шушу магия!
Следов больше не видно. Как же мы без них найдем Шуи? Бедный Шуи, прости, я тебя подвела. Чиж, время показать твои навыки поиска. Бери след. Ну, Ват, берегись. От нас не скроешься. Чиж, куда дальше? Ты потерял след? Но это значит, что мы теперь никогда не найдем Шуи. Аниса, не переживай. Чиж, а ты-то чего? Он боится, что не справится. А я только сильнее его напугала. Чиж, ты очень способный, Шушу. У тебя, у нас все получится. Вот так! Молодец, Чиж! Аниса, ты ищешь Шуи, а мы с Чишем отвлечем Бата. Атакуем его кристаллами, и это только для начала. Бедный Шуи, он, конечно, страшно напуган, дрожит, плачет и... Спит рядом с Батом? Шуи, не бойся, малыш, я тут. Попробуй тихо отползти. Не пойдет. Может, запуляем Бата пузырями? Он проснется. Запрем в ловушке из кристаллов. Шуи не вылезет. Усыпим? Он и так спит. А может... Гениально! Понял, Шуи. Чиж герой. Это он помог тебя отыскать. Наши Шушу – настоящие хранители. Заботятся о мире и друг о друге.